Так, ну ты расскажи, что ты нам принесла на 23 февраля, поздравила. Принесла в подарок. Ведро болтов. Да. Бельгийский шоколад ручной работы. Это вообще хит продаж был к 23 февраля. Абсолютно. Где хит продаж? Я первый раз такое вижу. То есть это ты лично наделала все, да? Да, бельгийский шоколад, покрытый пищевым кондурином, и создается такой... Ребят, прикиньте, это шоколад. Не, ну, это точно не железо, поскольку это очень легкая штука. Так, а как это? Оно во что-то завернуто? Это разворачивать надо? Нет, это полностью все съедобное. Прямо вот так кусать можно? Да, зубы не сломаете, гарантирую. Болтик. Слушайте, ребят. Хорошо, объясни, как это вообще можно сделать. Ну, это уже секрет. Это уже... Ты не раскрываешь. То есть, это делается формочка. Ты сама делала формочку? Сама делала. Плавила шоколад и заливала. Шоколад темперируется, вообще смешивается иногда с ягодами, сублимированными ягодами, орехами и так далее. Здесь чистый бельгийский шоколад. Так, и хорошо, и почем это все продавалось? Ну, разные наборы. Смотрите, ребят, отвертка сломалась, к сожалению. Ну, сколько стоит гаечный ключ? Ну, целый набор 1300, вот такого формата. Инструментов 1300? Да. Это дорого? Ну, это же ручная. Это дара. Здорово.